Всем привет, дорогие друзья! Приехал ко мне в ремонт вот такой Nintendo Switch из первых ревизий, где снимаются еще джойконы. И приехал он с известной многим проблемой, и вот довольно-таки часто, это дрифт стиков. Вот. В данном случае здесь уже был один поменен стик, но прошло буквально, наверное, полгода, и он опять задрифтил, и второй уже тоже задрифтил. Поэтому он приехал повторно ко мне, этот Switch, на замену обоих уже теперь стиков. А как это сделать, я вам сейчас покажу. На самом деле, все просто. Собственно, все, что нам необходимо сделать, это открутить все видимые винты на джойконе, отстегнуть необходимые коннекторы, извлечь шлейфы и заменить стик. Все разбирается и меняется очень легко, да и собирается также. Все просто. Со вторым джойконом делается все точно так же. Даже запоминать ничего не нужно, по-другому вы ничего не поставите. Главное все делать аккуратно и тянуть шлейфы без фанатизма.
А на этом у меня все, и я очень рад, что вы смотрите мои видео и ставите лайки. Спасибо вам за поддержку. Всем удачи и до скорой встречи!